турнире Нижегородской области среди ветеранов приняло участие 4 команды из Сарова, Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Игры проходили по круговой системе – одна дома, одна на выезде. В схватке за первое место сразились баскетбольные команды Сарова и Дзержинска. Шансы на победу были равными у обеих команд. В итоге с отрывом в одно очко победил баскетбольный клуб «Саров». Спортсмены из Дзержинска – давние соперники саровчан. Они не раз становились победителями чемпионата области среди ветеранов. На турниры они приезжают не только посоревноваться, но и встретиться со своими старыми товарищами. Это спорт. А в баскетболе кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Самое главное, что мы на этом турнире встречаемся с друзьями, поддерживаем теплые отношения. Ну а на площадке мы, конечно, боремся друг против друга. По итогам турнира наши спортсмены заняли первую строчку пьедестала почета. По словам капитана команды Александра Кулькова, к победе баскетболистов привели уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне. Выиграли в тяжелой борьбе. Ну, в принципе, результатом довольны. Все молодцы. Ну, тут главное без травм. Обошлось без травм. Все доиграли турнир, все хорошо. Все живы-здоровы. Ну, все будем тренироваться дальше, чтобы выйти там на следующую ступень. Теперь саровчанам предстоит защищать честь Нижегородской области на первенстве России, которое пройдет в июне. А пока баскетбольный клуб «Саров» готовится к очередному турниру, который пройдет в середине апреля. Соревнования посвятят 75-летию Победы. В них примут участие спортсмены из Москвы, Мурома, Тулы, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Ирина Вышегородцева, Евгений Живцов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».